Здравствуйте. Какие итоги уходящего года театра уже можно подвести? Что меняется в Самарском театре оперы и балета? Каких премьер ждать? И как культурно провести новогодние праздники? Об этом говорим. В нашей студии генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета Сергей Филиппов. Сергей Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, начнем с подведения итогов. Заканчивается год календарный и год театра. Да. Чем он вам запомнится? Какие события в этом году стали для вас важными? Ну, действительно, год театра принес очень много интересного нашему театру оперы и балета. Одних названий премьерных спектаклей огромное количество, и мы никак не можем остановиться, потому что до конца сезона еще будет много премьер. Но сначала о том, что уже состоялось. Ну, во-первых, в конце прошлого сезона, а это уже этот календарный год, соответственно, год театра, появился, наверное, самый необычный для нашего театра оперы и балета спектакль. Балет «Три маски короля», абсолютно не классический балет. Более того, для нас это был эксперимент и в плане производства спектакля, потому что спектакль делался в сотрудничестве с нашим спонсором. Там нет бюджетных средств. Это впервые, наверное, за всю историю театра, когда целиком спектакль делается не на бюджетные средства. Спектакль получился интересным, публика приходит на него с удовольствием. Ну, вот каждый раз, когда он у нас в афише появляется, это всегда аншлаг. И совсем недавно мы свозили этот спектакль в Петербург, на новой сцене Мариинского театра его показали. Также при аншлагах и встречали примерно так же, как дома, что, в общем, для сдержанной, искушенной петербургской публики не очень характерно. Для этого нужны были финансы и, наверное, потребовались для спонсоры. Этого нужны были финансы, это само собой. Спонсор у нас очень интересный, Вячеслав Заренков, петербургский спонсор наш. Дело в том, что он не только бизнесмен, он еще сам автор либретто, автор рассказов, повести, он сам пишет. И, творческая личность. Да, и очень хотел реализовать этот проект. Ну, так счастливо совпало желание театра и желание, соответственно, автора. Там была очень хорошая команда, постановщик Юрий Смекалов, петербургский тоже постановщик. Кроме того, он до сих пор действующий танцовщик, выступает и в Мариинском театре регулярно. Получился действительно необычный спектакль. Но если кто видел, понимает, о чем я говорю. Это стилистика ближе, наверное, к балету Бориса Эйфмана, но все-таки отличающаяся в этом плане. Ну, не классическая абсолютная история. Но самое главное, что мы не останавливаемся. У нас еще один проект будет с теми же авторами, с той же командой. И будет он у нас, скорее всего, представлен осенью уже будущего 2020 года. Сотрудничество продолжаем, да. Кроме этого, у нас довольно много наших премьерных спектаклей, уже обычных. Да? У нас опера «Джанни Скики», у нас опера «Любовь к трем апельсинам», которым открылся этот сезон, уже вот начавшийся в сентябре этого года. Нет, это все-таки не детский спектакль. Я понимаю, что к этой опере есть отношение как к какому-то детскому репертуару, тем более она там много лет идет, например, на сцене театра имени САЦ в Москве. Но у нас это все-таки взрослая абсолютно постановка, хотя и, я думаю, для семейной публики она тоже будет интересна. Необычная она в плане оформительском именно, да, потому что и костюмы, и декорации ну, относят нас в начало 20 века, а скорее всего, можно сразу найти аналогии с творчеством художников-модернистов, таких как Кандинский, Малевич, в общем, русский авангард, вот он весь на сцене. Плюс к этому музыка Прокофьева, ну и такая очень своеобразная сказка с крайне интересным текстом. Там есть что послушать внимательно, потому что там сказка ложда, в ней намек. Все как положено. Вот. Дальше у нас была очень масштабная постановка. Это балет «Бахчисарайский фонтан». Делали мы его в сотрудничестве также с Мариинским театром, то есть у нас постановочная группа была из Мариинского театра. Там же делались декорации и костюмы. Ну, наверное, это самая масштабная из всех постановок, которые у нас вот этой осенью еще намечаются или уже прошли. Советский балет, драматический балет, между прочим, самый первый считается драматический балет, то есть это родоначальник этого жанра. Была сложная постановка для театра и для всей нашей технической группы тоже. Тяжелые декорации, и это был такой своего рода подвиг, когда с ними научились работать, так, чтобы не задерживать зрителя. У нас обычные антракты, никто даже не замечает, насколько тяжелая работа по смене этих декораций. А спектакль получился очень красивый, очень яркий, действительно такой с драматическими моментами. То есть там приходится нашим артистам не только танцевать, но и по-настоящему играть. Публика, пока вот то, что было, да, зал всегда переполнен, публика встречает восторженно этот спектакль. Я думаю, что ему уготовано долгая и счастливая судьба на сцене нашего театра.
Да, ну вы так от итогов плавно переходите уже к будущему, да. К перспективам, ну, и вот, премьерам. Вот уже совсем-совсем-совсем скоро, 20 декабря, у нас премьера одноактного балета «Наяда и рыбак». Это уже классика 19 века. Постановщик Юрий Петрович Буруака, наш главный приглашенный балетмейстер, который продолжает с нами сотрудничать, и я уверен, что и дальше это сотрудничество будет продолжаться. Сейчас в полном разгаре репетиционная работа. Красивый спектакль, очень такой тонкий, изящный. И, между прочим, это тоже такой дополнительный экзамен для нашей балетной труппы. Это определенный этап в развитии. Вообще, надо сказать, что театр наш развивается и движется вперед. Это очень приятно отметить. Творческая составляющая точно находится сегодня на подъеме. За там, 2 с небольшим года преобразился наш балет с приходом Юрия Петровича Бурлаки. И я могу сказать, что и оперная часть труппы у нас не отстает от балета, благодаря, в первую очередь, работе нашего нового художественного руководителя, но уже не нового, главного дирижера Евгения Дмитриевича Хохлова. Вот он теперь у нас с сентября еще и художественный руководитель. Очень большие у него амбициозные планы. И, в общем, идет очень хороший диалог с артистами, с оркестром. Это позволяет ставить очень интересные спектакли, а самое главное, планировать еще более интересные. Могу сказать одно, вот моя, для любителей и поклонников нашего театра, могу сказать, что в следующем сезоне к нам вернется постановщик Юрий Александров. Угу. Давно у нас не было его спектаклей, но напомню, что такие спектакли, как «Князь Игорь», «Аида», «Флория Тоска» — это как раз его постановки. Да, из всего вами сказанного можно сделать вывод, что ваше сотрудничество, взаимодействие как генерального директора и художественного руководства театра, и даже приглашенными, выстраивается эффективно, позитивно. Какая у вас позиция в этом отношении? Потому что часто мы слышим, что происходят конфликты между руководством театра, художественной частью и так далее. Да, сегодня это модная тема. Как вы выбрали свое, нашли? Я так в качестве краткого отступления скажу, что даже 2 года назад специально этот вопрос рассматривался по поручению Минкульта России. Тогда Фокин проводил целое совещание, приглашали представителей разных театров, разных регионов, обсуждали, какая должна быть правильная модель. Кто главный в театре, директор или художественный руководитель? Нужны ли они оба или достаточно кого-то одного? Кто их должен назначать? Ну вот у нас модель, наверное, самая такая компромиссная в этом плане. У нас и генеральный директор, и художественный руководитель. Ну, генерального директора назначает министерство, художественного руководителя министерство согласовывает. Вот. Сделано это специально для того, чтобы была такая некая страховка, ну и такой вот некий тормоз для слишком активных взаимоотношений директора и художественного руководителя. Но могу сказать, что у нас пока складываются абсолютно добрые, конструктивные и, я бы даже сказал, творческие взаимоотношения. На это, собственно, и рассчитывали. Вообще говоря, это была моя личная инициатива ввести должность художественного руководителя в театре оперы и балета. На мой взгляд, это правильно, потому что у директора много задач, связанных с административной, хозяйственной деятельностью, с финансовой деятельностью, это главная, наверное, с перспективами задача, да? Развития театра. У художественного руководителя задача, конечно, в первую очередь работы с творческой труппой, подготовка репертуара, гастрольного плана и так далее, и так далее. Ну, друг без друга мы, естественно, не существуем, мы друг друга дополняем, друг другу помогаем, и думаю, что так будет и дальше. У вас было в этом году культурное потрясение, которое вызвало действие, такое эмоциональное, художественное, очень яркое впечатление. Что вы можете отметить? Не обязательно в вашем театре, а вообще просто. Ну, я скажу, что и те же самые «Три маски короля», наверное, были одним из таких потрясений, поскольку это действительно было что-то новое и необычное для нас. А вообще, ну, у нас много интересного происходит в городе и в области в этом плане. Ну, вот из спектаклей коллег, например, да, вот из театра драмы, мне, например, очень понравился «Лев зимой» поставленный. Ну, это, правда, по-моему, уже осень была прошлого года. Ну, очень красивый, очень хороший спектакль. А вообще, ну, много было интересного. Удалось побывать в этом году на Санкт-Петербургском форуме. Там успел посмотреть спектакли петербургских театров, московских бывая. Ну, скажу так, что вот прям сверхпотрясений, не наверное, было не было, да? В этом году. Ну, потому что слишком много вам приходится, наверное, смотреть. Их бывает, происходит привыкание, очень много, наверное. Очень, да, много, такое, да. Когда уже каждый раз потрясение невозможно испытывать. Хотя могу сказать, что, наверное, одно из потрясений, не связанное даже с театром сегодня, последний фильм Кончаловского. «Грех». «Грех». Да. Да.
Наверное, нужно посоветовать нашим телезрителям обязательно сходить. Я думаю, да, что для тех, кто не видел, это был бы хороший совет пойти и посмотреть. О нем много писали, но всегда лучше увидеть самому. Да. У Самары есть много эпитетов. Самара купеческая, Самара космическая. Скажите, можно ли назвать Самару культурной? Безусловно. Можно? Вот те, кто приходит к нам в театр, в другие наши театры, в филармонии, они видят нашу публику. У нас прекрасная публика. Публика, которая, во-первых, очень хорошо понимает и воспринимает то, что происходит на сцене, умеет оценивать. Ну и, конечно, у нас одна из самых доброжелательных публик в стране, это точно. Вообще редкий случай, когда наша публика не встает. Встает она всегда, когда ей нравится. Должно произойти что-то совсем уже из ряда вон выходящее, чтобы публика в конце не встала. Это значит, что просто плохой был концерт или спектакль. Но при всей этой доброжелательности наша публика очень хорошо и профессионально обсуждает то, что видит. Поэтому, безусловно, могу сказать, что у нас город театральный, и город культурный. Вы посмотрите, сколько людей приходит на выставки, на вернисажи. А как замечательно проходят наши мероприятия на открытом воздухе. Собственно, вспомните прошлый год, чемпионат мира. Да, чудесное лето было, как это было. Это лето. Обратите внимание, певцы, как люди общались друг с другом. Да. Совершенно атмосфера, конечно, уникальная. Да. Поэтому я, безусловно, могу сказать, что Самара – это культурный город. Ну, это очень приятно слышать. Скажите, вот эта традиция выступлений солистов оперы на открытом воздухе, она будет продолжена? Потому что до сих пор мы хотим пойти дальше. Даже дальше? Да, было то много, есть, когда пели солисты с балкона, да, был такой замечательный концерт, это будет еще развиваться. Помните, что были концерты у Ади, фестиваль классика над Волгой в рамках Самары, да, проходил. Мы хотим пойти дальше. Мы подали заявку на грант федеральный на проведение уже спектаклей, полноценных спектаклей на открытом воздухе. У нас разработана такая фестивальная программа под условным названием «Волга Стейдж». Проект этот рассчитан на склон площади Славы. Так, ну, наконец, найдется применение ему. Я думаю, что найдется. Тем более, там есть готовый амфитеатр. Хотя рассматривается и другой вариант, когда публика может находиться внизу, а действие происходить у той самой любимой жителями стены. Но очень хочется верить, что этот проект состоится. Могу сказать, что о нем губернатор говорил во время Санкт-Петербургского форума на заседании рабочей группы Госсовета по культуре. Надеемся, что у нас действительно этот проект получится. Он будет не только интересен жителям нашего города, нашей области, но я думаю, что привлечет внимание и на федеральном уровне. Скажите, как новые технологии в наш век такой цифровой эры проникают в академический театр? Что-то новое вы впускаете? Такие постановки на современный лад, новшества, такие информационные, технологические, еще какие-то? Или эта классика должна оставаться классикой? Классика, конечно, остается классикой, но без современных технологий уже никакая классика не обходится. Сегодняшняя техника сцены, а это и свет, и звук, и движение, и декорации, оно все уже построено на цифровых технологиях, безусловно. Да, да, да. А если мы еще и спектакли делаем, вот, кстати, те же самые «Три маски короля», те, кто видел, понимают, что без цифровых технологий это невозможно. Там даже звук накладывается, потому что одновременно идет звучание живого оркестра и электронной музыки. На сцене тоже происходит наложение видео разного света, при этом еще и движение живых декораций, настоящих декораций, объемных, которые, там, что называется, вручную их передвигают по сцене. Это тоже часть сценического действия. Но вот впереди у нас спектакль, который мы собираемся с Юрием Александровым ставить. Он будет вообще очень широко использовать различного рода мультимедийные технологии. Поэтому классика классикой, но век цифровых технологий нас в стране не оставляет. Да, удивительное время мы живем. Удивительное, действительно. Скажите, а нужно привлекать молодежь в театр, вот в такой классический, академический? Или, в принципе, это право молодежи выбирать, как им развиваться, культурно в том числе? Конечно, это право молодежи выбирать. Но если мы не будем звать себе в театр молодежь, то пройдет еще какое-то количество лет, и театр будет стоять пустым.
А как по-другому? И ведь если зритель не привыкает приходить в театр с детства, да, то потом привести его в театр, а особенно сделать. В такой театр, как театр оперы и балета, достаточно сложно. Ну, существует стереотип, что опера и балет – это такое элитарное, сложное, довольно скучное искусство, да, и туда, в общем, в разумном состоянии ни один молодой человек не пойдет. Так вот, это неправда. На самом деле опера и балет – достаточно демократичные и понятные виды театрального искусства. Более того, это квинтэссенция театра. Здесь все, что есть в драме, только здесь еще и музыка, и пение, и танец. Ну, в общем, все, что-то может представить искусство на сцене. Пытаемся мы сейчас очень активно привлекать молодежь. Мы в соцсети пошли, как положено. И вот такие спектакли, как «Три маски короля», они все-таки рассчитаны немного на другую публику. Даже больше того скажу. Изначально вот наши поклонники балета так немножко косо посматривали на эту постановку, когда она только планировалась, они рассказывали. Но сегодня и наши балетоманы с удовольствием на нее приходят. Потому что это больше спектакль, чем... Конечно. Да? А вот с молодежью действительно мы будем ориентироваться и дальше и на молодых людей, и на семейную аудиторию в первую очередь. Дело в том, что с родителями ребенок приходит в театр, и это становится для него частью жизни. Это необходимая часть жизни, это интересная часть жизни. Ну, как про музей. Вы знаете, это сейчас как говорят про музеи? В музей человек приходит 3 раза. Ребенком сначала с родителями, да? Потом родители с детьми и, наконец, бабушка с внуками. Да. Да? Так вот это неправильно на самом деле. Вот. Но в этом есть определенное зерно истины, потому что сначала приходят с родителями, потом уже с друзьями, а потом с собственными детьми. Вот так обычно театральная публика и растет. Да. Ну, у многих культурных таких учреждений выбрана такая уже стратегия. Та же Зельфира Трегулова говорит о том, что путь к музею должен быть короче. Не нужно вот действительно таких вот представлений внушать, что там неинтересно, скучно и все так традиционно, а нужно делать эту дорогу короче. Сегодня много таких акций, таких как там... Ночь искусства, да, ночь музеев, которые театр у нас тоже принимает участие. Людей. Это специально делается для того, чтобы привлечь молодых людей, показать, насколько в театре интересно, красиво, здорово, увлекательно. Показать им закулисье, какие-то такие фишки найти, которых они никогда не видели. А вы делаете такие акции, закулисье вот, да, проводите, да, в вашем театре? Вот у нас ночь искусства в этом году проходила, после спектакля было и концертное действие в фойе, а в зале потом была экскурсия по закулисью именно. Специально для этого, да. Сергей Васильевич, вас можно назвать и физиком, и лириком в одном лице, потому что у вас высшее техническое образование. Скажите, как вам... Академическое, я протестую. Академическое? Я все-таки заканчивал государственный университет. Но это техническое. Это не техническое. Техническое – это инженер. А у нас все-таки академическая наука была в основе нашего обучения. Вот. Но в любом случае наука – это творчество. Это уже никто не опровергает, все с этим согласны. Скажите, как вам это помогает в работе? Есть у вас в связи с этим свои принципы, что вот вы действуете, рассматриваете ситуацию с двух сторон? Вот с художественной и академической тогда получается. Ну, я скажу так. Естественно, научное знание, оно приучает мыслить систематически. Вот это помогает всегда, потому что в чем отличие технаря, естественника от гуманитария? У естественника, если из А следует Б, то это точно не С. У гуманитария может быть и Д. Вот. Да, согласна. Поэтому вот в этом плане помогает. А вообще я могу сказать, что естественно, научное направление, оно никогда не было для меня решающим в жизни. Я когда поступал в университет, у меня был выбор, куда идти, на исторический факультет или на физический. Так вот, я сегодня учусь на историческом магистратуре. Да, надо же, какие перипетии. Да. Новый год и театр оперы и балета. Что можете предложить горожанам? Чем заинтересовать и как вот провести, как я сказала вначале, как провести культурно вот эти новогодние дни? Ну, мы с 22 декабря начинаем нашу активную елочную программу. У нас в этом году по 2 елки, ну, по 2 спектакля, и на малой, и на большой сцене. Ну, в основном у нас на большой сцене это, конечно, любимый всеми Щелкунчик. Да, как без него в Новый без год? Без него уже сложно себе представить в Новый год в театре оперы и балета. А на малой сцене в основном это спектакль «Золотой ключик». Специально такой вот детско-семейный спектакль. Более того, в этом году мы все наши так называемые подъелочники, ну, то есть представления у елки, проводим и вечером. Раньше мы только на дневных спектаклях это делали.
Но решили, что, пожалуй, вечером обделять нашу публику, которая приходит перед Новым годом к нам в театр, елочным представлением нельзя. У нас просто немножко разные программы. Если днем это у нас все-таки детская программа, то вечером это «Карнавальная ночь». Все помнят этот любимый фильм. Вот, на основе этой программы у нас вот такие елки. Могу сказать, что вообще в этом году, именно календарном, в 2019 году, последний спектакль состоится 31 декабря в 16:00. Конечно же, «Щелкунчик». И могу сказать, что очень много билетов продано. И вообще я хотел бы всех, кто хочет прийти к нам в театр оперы и балета, позаботиться об этом заранее, потому что билеты, ну, большая часть билетов уже продана сегодня. Спрос есть, и предложение есть. А так мы, конечно, все каникулы работаем. Да, только после... 1 января выходной день, все остальные дни театр открыт и ждет к себе своего зрителя. Один из вариантов привлечения публики – это фестивальная тема, проведение фестивалей. Скажите, как будет развиваться это направление, кроме традиционных? Что-то появится еще новое? Или вот уже такие столпы, которые... Ну вот будете... мы с вами о проекте «На открытом воздухе» уже поговорили. Это тоже фестивальная программа. Конечно, у нас есть фестивали, от которых мы не можем отказаться. Например, фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. Безусловно, мы от него никогда не откажемся, он будет проходить. Посмотрим, как сделать его еще более интересным и для театра, и для зрителя в первую очередь. У нас есть фестиваль весенний наш оперного искусства, но вот пока говорить о каких-то дополнительных фестивалях, наверное, не буду. Все-таки фестиваль... это направление, которое включает в себя не одно учреждение культуры. Но здесь надо говорить о фестивалях, которые проводятся в целом у нас в городе и в области. Но есть у нас опыт участия театра оперы и балета в фестивале «Волгофест», например. Я думаю, что это может быть продолжено. С удовольствием примем участие. Ну и потом театр оперы и балета постоянный участник любых событий, которые происходят у нас в городе и области. В следующем году, безусловно, ключевое событие – это 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Да. Мы здесь тоже примем самое активное участие. Угу. Вы организуете гастроли по России или за пределами тоже? Где бывали или куда планируете поехать? Потому что, чтобы тоже представлять такую тенденцию, многие стремятся. Очень хочется надеяться, что у нас получится. Сейчас мы ведем переговоры о поездке в Москву в феврале 2020 года со спектаклем «Три маски короля». Дальше ведем переговоры об участии нашего балета в летних сезонах в Москве. Это в помещении Российского академического молодежного театра. У нас был такой опыт в этом году. Съездили. Нас приглашают с большим удовольствием снова принять участие в этом фестивале. Но сейчас обсуждаем условия нашего участия. А дальше у нас довольно много предложений. Мы сегодня очень активно над ними работаем. Нас приглашают в Испанию. И если все удачно сложится, то это будет в декабре уже 2020 года. Есть предложения из Турции, из Таиланда. Там есть очень интересный фестиваль в Бангкоке. В 2015 году наш оперный театр туда уже ездил. Вообще в этом фестивале принимают участие практически все лучшие коллективы нашей страны. Ну, конечно, и не только нашей страны. Вот. Но это вот те предложения, которые уже сегодня обсуждаются. Ну, это замечательно, потому что позиционировать себя, конечно, нужно, и как можно больше, чтобы создавался... Больше того, это очень важно для самих артистов, да, и музыкантов, конечно. Потому что своя публика в какой-то степени – это кривое зеркало. Все-таки наша публика нас любит, и понимаем, что она может нам многое даже и простить, если что. А вот публика не своя, чужая, она воспринимает нас вот такими, какими мы есть. И вот если мы ее сумеем покорить и привлечь, то значит, у нас получается. Если нет, значит, есть над чем работать. Но пока могу сказать, что публика, которая нас встречала в Петербурге, кстати, в Москве мы были на фестивале, фестиваль называется «Видеть музыку», встречала нас очень хорошо. Вы сказали про артистов. Слышала, что есть некоторые проблемы с кадрами, с артистами балета. Как-то решается этот вопрос? Я могу сказать, что кадровая проблема для театров, особенно театров музыкальных, она стояла всегда и для нас, конечно, актуальна. С чем это связано? Ну, во-первых, конечно, об этом много мы говорим. В Самаре нет и никогда не было консерватории. В Самаре сегодня наше хореографическое училище работает в достаточно сложных условиях, потому что у них нет своей базы, оно работает на базе нашего театра. Это означает, что они не могут выпускать большого количества танцовщиков, да?
мы забираем, ну, наверное, большую того, часть тех ребят, которых они выпускают. Но полностью укомплектовать труппу только за счет самарских выпускников даже в балете мы не можем. А это значит, что мы должны проводить такую же работу, как проводят ее спортивные тренеры. Да? То есть мы должны ездить в академии, в училище, находить там выпускников и чем-то их привлекать. Вот это самое важное – это быть конкурентоспособными по привлечению кадров к себе в театр. Здесь у нас достаточно много конкурентов. Я не говорю даже про Москву и Петербург. Ну, в первую очередь, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Уфа. Вот тут вопрос, кто сможет предоставить более льготные, более интересные условия. Но я могу сказать, что одной из самых сильных сторон нашего театра, как в балете, так и в опере, является именно классический репертуар. Угу. Сегодня далеко не все театры сохраняют этот репертуар. И ребята, которые учились для того, чтобы специально петь или танцевать классику, к нам идут с большим удовольствием. Кроме кадровой, так скажем, политики, какие у вас еще будут задачи, вы ставите на следующий год, что будете решать, реализовывать в качестве генерального директора? Ну, как что обычно, еще вот хочется усовершенствовать и привнести, может быть, изменить? Основная задача директора – это обеспечить хорошее финансовое состояние учреждения. Конечно. Никуда от этого не деться. Я думаю, что нас ждет определенное изменение подходов к продвижению театра. Сегодня это очень актуальная история. Это как раз и имидж театра, как перестать быть в глазах молодого, особенно поколения, чем-то таким статическим, застывшим в прошлом. Возможен какой-то ребрендинг имиджа театра. Да? Посмотрим, как еще более активно работать в интернете сегодня. Да? Посмотрим, как организовать продажи наших билетов так, чтобы это было особенно удобно нашим зрителям. Вот это вот одна из главных сегодня задач – это продвижение. И вообще я могу сказать, что это касается не только нашего театра и других тоже, но нашего, поскольку мне он сегодня ближе в первую очередь, это позиционирование самого существования театра в городе и в области. Ну, давайте начнем с простого. Вот мы с вами прилетаем, допустим, в Курумыч, да, выходим из самолета, проходим по коридору, там нет ни одной фотографии нашего оперного театра. А присутствие свое в городе обязательно театр должен показывать. Даже если люди не придут и не купят билеты, они хотя бы должны знать, что такой театр существует. Вы сегодня попробуйте спросить какого-нибудь таксиста, понимаете, о чем я сегодня говорю, да, где у нас находится театр оперы и балета. Далеко не каждый знает. Площадь Куйбышева знает лучше. Да. Вот это, преодолеть вот такую тенденцию, вот это, наверное, сегодня основная задача. А все остальное – это большое хозяйство. Ну, оно, слава богу, работает. У нас очень много новых постановок, а это значит, что нужно работать с декорациями, с костюмами, вовремя все договоры заключать, привлекать постановщиков, организовывать логистику. Ну, то есть работы директору хватает. Да, ну и еще о вашем подходе к работе. Уходя с должности министра культуры, вы сказали, за пройденное не стыдно. Я думаю, что это основной принцип вообще в вашей работе. И по аналогии продолжите, пожалуйста, фразу по аналогии с моей. Быть журналистом интересно, быть директором театра, оперы и балета? Очень интересно. Браво! Спасибо за эту важную и полезную информацию, за то, что вы делаете, за такой подход. Спасибо. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До новых встреч.